Как вы оцениваете свой проект? Наш проект, скорее всего, находится в среднем уровне, ну, то есть категория Б. И сейчас мы рассматриваем, так сказать, проблему. Вчера мы вычислили и, по ходу, совершили ошибку, поэтому получили, так сказать, претензии со стороны менторов. В чем уникальность проекта? Ну, собственно, наш проект — это веб-сайт, который, так сказать, берет какую-нибудь информацию и доводит до людей кратким путем, то есть играбельным путем. Какие плюсы дает участие в IT-смене акселератора школьных проектов? Какие плюсы? Ну, здесь есть собеседование экспертами, что очень даже хорошо, и мы думаем, что получим хоть какой-нибудь опыт. Как планируете дальше развивать свой проект? Дальше мы рассматривали идею перейти в мобильное приложение, но посчитали, что сайт будет намного оптимальным вариантом. Спасибо.